Это больше похоже на косметическую операцию, но эффект от нее сразу бросается в глаза. Сколько же мусора затаилось в этих зарослях? Он копился годами и теперь мутными потоками выходит на поверхность. Понятно, что уткам такой косметический ремонт доставляет немало хлопот. Итак, начался долгожданный этап, первый этап очистки реки Яуза от зарослей камыша. Жители этого района прекрасно помнят, что здесь бывает летом. Сплошные заросли. Сейчас вот эта вся масса должна быть собрана и транспортирована на берег. Но сначала густые камышовые заросли надо вырвать с корнем. Универсальный земснаряд «Ватермастер» – это тот же речной комбайн. Изготовлен он в Финляндии, и по всему видно, что там умеют управляться с речными зарослями. Русло Яузы настолько заилено, что земснаряду приходится буквально ползать на брюхе. Глубина не превышает 20-30 сантиметров, и все это сцеплено камышовым ковром. Сорвать его совсем непросто, тем более, когда на берега надвинулись снежные сугробы. Данная техника способна работать и в таких суровых условиях. Собственно, она для этого предназначена. Земснаряд сейчас занимается расчисткой реки от камыша, от водной растительности. Для того, чтобы в дальнейшем уже можно было использовать другую технику, илосос или как фреза, более точное название ее, чтобы уже непосредственно заняться углублением и расчисткой от иловых отложений русла реки. Работы этого этапа на протяжении 10 километров реки планируется завершить до 15 марта. Берега реки вряд ли будут радовать глаз, а будут скорее похожи на обстриженную шевелюру. И тогда окончательно вскроются все накопившиеся очаги загрязнения. Это и станет началом преображения реки. Сергей Берзин, Олег Степанов. Информационная программа «День».